сегодня участвуем в различных мероприятиях и на промо. На нашем стенде мы рассказываем, как цифровые технологии выходят в города нашего присутствия. Мы рассказываем о проекте переустройства города Первоуральска, об устройстве тех городов, где мы присутствуем. В деловой программе есть несколько сессий, где мы рассказываем о трансформации, которая проходит в нашей компании, о применении цифровых технологий для повышения эффективности нашего бизнеса. Группа ЧТПЗ сегодня рассматривает все цифровые технологии, которые есть и которые мы применяем, как инструментарий для трансформации нашего бизнеса. Основная задача – это построить новую клиентоцентричную модель ведения нашего бизнеса вместе с нашими клиентами. Смысл основной трансформация будет заключаться в развороте всей компании, всей бизнес-модели вокруг потребностей нашего клиента. И все это будет применено и сделано с помощью цифровых технологий современных. Мы как раз и хотим построить абсолютно новую модель ведения бизнеса, которая для промышленности может быть не очень характерна. Мы сейчас задумываемся о том, что наш потребитель в далеком будущем, а может быть и не таком далеком будущем, на основе новой нашей модели и на основе цифровых технологий сможет на самом деле сам управлять нашими производственными мощностями. То есть мы сможем поставлять услугу в новом клиентоцентричном бизнесе, услугу в промышленности. То есть потребитель сам будет букировать мощности производственные, то есть их резервировать, говорить, куда ему надо доставить, говорить, в каком объеме, в каком масштабе. То есть он может покупать, например, наше время наших агрегатов, используя цифровые технологии. Мы планируем построить новый клиентский опыт для наших потребителей, как больших, так и средних, так, возможно, и малых. Наша трансформация рассчитана где-то на 4-5 лет, и общий объем инвестиций составляет 6 миллиардов рублей. И за это время мы планируем перейти к новой клиентоцентричной компании, к новой модели ведения бизнеса. Лучшие примеры здесь, конечно же, в тех отраслях, лидерах цифровой трансформации. Это телеком, это банк. Вы сегодня знаете, есть банк без банка, это мобильное приложение, и там все услуги. В принципе, мы идем в тяжелой промышленности к такому же виду сервиса, к новому клиентскому опыту. Понятно, что продукт останется, труба останется, но именно приобретать ее, получать от нас можно совершенно по-другому бизнес-процессу.